Благослови, душе моя, Господа, благословен еси, Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, в воскресенье, Святая Церковь воспоминает по плоти обрезание Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, предлагая за богослужением для нашего назидания отрывок из 2 главы Евангелия от Луки, стихи с 20 по 21 и 40 по 52. Послушаем это евангельское зачало в прочтении отца Даниила. Во время оно, возвратившийся пастырь, славящий и хвалящий Бога всех, я же слышаше и видяше, як уже глаголано бысть к ним, и да исполнишеся 8 дней, да обрежут его, и нарекуше имя ему Иисус, нареченный ангелом прежде даже, не зачаться в чреве. От рача же растяший и креплявшийся духом, исполняяся премудрости и благодать Божия бенонем. И хождаст родители его на всяко лето в Иерусалим на праздник Пасхи, игда бысть даю на 10 лету восходящим им в Иерусалим по обычаю праздника, и скончавшим дни, и возвращающимся им восста отрок Иисус в Иерусалиме, и не разумея Иосиф и мать его, невши же его в дружине суща, придоста дне пути и скаста его в осродницах, и в знаемых и не обретоши его, возвратистася в Иерусалим, взыскующий его, и бысть по 3 днях обретоста его в церкви, сидящего посреди учителей и послушающего их, и вопрошающего их, ужасахуся же все, послушающие его о разуме и о ответях его, и видевшие его дивистася, и к нему мать его рече, «Ча, дочь, то сотвори нам атако, се отец твой, я с болящей искахом о тебе, и рече к нима, что яко искаста мне, невеста ли, яко в тех я же отца моего, достоит быть ими, и та не разуместа глагола, его же глагола има, и снидись нима и прииде в Назарет, и себе повинуяся има, и мать его, соблюдаши вся глаголы сия в сердце своем, Иисус, преспеваше премудростью и возрастом, и благодатью у Бога и человек». Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. «И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его.
Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответом его. И, увидев его, удивились. И матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними, и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. И Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков». Удивительно, дорогие братья и сестры, что первыми весть о рождении Спасителя в мир получили пастухи. Ортодоксальные иудеи презирали пастухов, так как они не могли совершать все детальные установления закона. Но именно им, простым людям полей, была первым послана весть Божия. Хотя Господь и осуждал непомерную ношу различных предписаний закона, о которых так пеклись фарисеи и законники, Он пришел в этот мир исполнить закон. Тот закон, который Сам дал людям для спасения. Одним из таких древнейших норм закона было повеление праотцу Аврааму и через него всему еврейскому народу совершать обрезание, как символ завета между Богом и Его избранным народом. 8 дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, и будет завет мой на теле вашем заветом вечным». Так и в 8-й день после рождения в мир Господь наш Иисус Христос был принесен к священнику для совершения над ним ветхозаветного чина или таинства обрезания крайней плоти. Как говорил святитель Димитрий Ростовский, «В обрезании Владыка наш явил большее смирение, нежели в рождении своем. В рождении он принял образ человека, в обрезании же он принял образ грешника, как грешник, претерпевая боль, положенную за грех». Господь пришел установить новый закон, но вместе с тем ему необходимо было исполнить и ветхий. И вот он с самого своего рождения начинает исполнять закон посредством священнодействия, которому его приносит Пречистая Дева Богородица и Иосиф Обручник. Таким образом, законодавец первый подчиняется закону. Чин обрезания был не единственным обрядом, совершаемым на 8-й день после рождения ребенка. В этот день также нарекали имя. Именно поэтому мы читаем в Евангелии: «Дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве». Имя Иисус – греческая форма еврейского имени Иешуа, что является сокращением от имени Иехошуа, состоящего из корней слов «Иегова» – огласовки священной тетраграммы Яхве, имени Бога, явленном пророку Моисею на горе Синай, и «Шуа», что в переводе означает «спасение». Это имя было весьма распространено среди иудеев. Чаще всего детей называли так в память ученика пророка Моисея и завоевателя земли Израильской Иисуса Навина. В этом случае имя переводили как «Бог спасения его». Но после того, как нам была явлена тайна Боговоплощения, перевод имени Христа стал более понятен – «Бог Спаситель». Как отмечает митрополит Вениамин Фетченков, дело Господа Иисуса Христа в одном имени – Спаситель. Иисус – имя Ему, как это и отрадно, и важно, и понятно. В эти дни, дорогие братья и сестры, нам вновь открывается вся полнота божественной любви. Спаситель со дней своего младенчества начинает претерпевать боль телесную, а затем и боль сердечную о каждом из нас. Исполняя закон от начала дней своего рождения до момента крестной смерти. Нам же остается лишь с чувством благодарности принимать эту любовь, сохраняя ее в своем сердце и делясь ею с людьми
вокруг нас. Помогай нам в этом, Господь. Благослови, душе моя, Господа, благо.